Приехали в Иркутск в 3 часа ночи по местному времени. Плохо. Ничего не видно. Вокзал большой. Нету ни киосков, ничего. Купить ничего невозможно. Вот минус больших вокзалов. Что никого не пускают на такие большие перроны. Ничего нельзя купить. Даже никакой сувенирчик, ничего. А минус ночи то, что ни хрена не видно. Ну и возле Байкала, получается, блин, ночью едем тоже. Нехорошее время попали, короче. Не видно. Проснулись такие, а чё, Иркутск, все накипишь. Выходят, говорит, Иркутск, бетон и железо, и всё. Вот такой вот Иркутск, короче. Ладно, это ровно примерно сейчас как раз третьи сутки закончились пути. Еще даже середины нету. Офигеть. Еще 3,5 суток ехать. Ладно. Увидимся завтра. Путевые заметки. День 3.